садится в гольф-поединке, мне кажется, никто. Потому что я гольф-мастер 69 уровня. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в шарик Лунка. Ну, то есть, кто не понял, сегодня с вами мы будем играть в гольф. Но не обычный гольф, а странный гольф с друзьями. В этой серии я выясню, кто лучший гольфист. Я или Игорюня? Я на самом деле сам никогда в гольф не играл. Но мне кажется, то, что Игорь в своем Бирьянске тем более. И ты. Вот именно ты. Я с тобой прям сейчас разговариваю. Да, ты смотришь на меня в камеру, я прям с тобой разговариваю. Все зависит именно от тебя. Не ленись, не будь ленивой сракой. Поставь лайкосик прямо сейчас на этот ролик. Я обещаю, как только мы наберем 25 тысяч лайков на этой серии, сразу же выйдет следующая. Ты. Я до сих пор с тобой разговариваю. Поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик. Можешь, кстати, подписаться на мой инстаграм. Вот тут на него ссылочка будет. Сегодня там будет небольшой конкурс. 10 людей, которые сегодня на меня подпишутся, я им поставлю лайки на их фоточки. То есть я сейчас могу пролайкать твою фоточку в инстаграме. Все, что тебе нужно, это просто перейти по этому нику в инстаграме или же нажать на ссылочку в описании. Поэтому давай быстрее, быстрее, не надо тянуть кота за причиндалы. Чем быстрее подпишешься, тем быстрее лайк получишь. А сейчас мы будем приступать с тобой к гольфу. Погнали. Ну что, Игорюня? Игорюнчик, Игорюнь, ай, ай, ай. Ты видишь, что на табличке написано дырка один. Дырка один. Мы с тобой сегодня поиграем в гольф. Ты умеешь играть в гольф? Подожди, ты вообще помнишь? Конечно, как... умею. Нет! Да дай мне слово сказать! Ты помнишь, какое наше совместное видео? Первое, самое первое. Гольф в Майнкрафте. Гольф в Майнкрафте. Гольф в Майнкрафте. Я помню, с чего все начиналось. Я надеюсь, что вам понравится эта рубрика, потому что я сдрючу Игоря в этой серии, смотрите. Ну, ладно, не с одного выстрела, удара, но с 200% будет, смотри. Ладно, ладно, не с двух, ладно, с трех будет. Оп, с трех, а у тебя также с трех. Ладно, у меня так. Игорь, тебе жопа. Готовься, готовься к тому, что тебе жопа. Знаешь что? Что? Не угрожай мне тут. Во-во-во-во-во-во, ты давай поаккуратней, поаккуратней, поаккуратней! Не с двух, не с двух, не надо с двух, Игорь. Во-во-во. Опа, полегче. Ха-ха, идем вровень, идем вровень. Игорь, ты знаешь, что тут просто дофигище всяких карт? Поэтому, если вам понравится вот эта серия, я обещаю то, что мы с Игорем запишем еще хотя бы одну серию. Игорь, ты как, ты не против? Я за вообще, только я вот потерялся. Твою мать, куда я? Подожди. Спасите меня. Ап, пожалуйста, пожалуйста, да! Нет, ну, да, ты... Сволочь, ты... Ну смотри, я уже... Я уже на одно очко! Кто не понимает, в чем правило гольфа, и у кого меньше очков, тот и выиграл. Почти с одного, Игорь, так нечестно! Вот, кто совершит меньше всего ударов, тот и выиграл. У меня сейчас 10 ударов, у Игоря 11. Игорь меня догоняет, на самом деле. Это ты меня чуть-чуть просто перегнал. А, чуть-чуть. Ай, ну почему мне не везет с одного? Блин. Ладно, с двух. У тебя также, да. На, у тебя 2. 13, мне не нравится это число. Ну, сейчас, подожди, еще. Ты сразу можешь себе наколотить 100. Чё там? Я утонул. Я тоже. Ах, тут то есть тут нужно перепрыгнуть, да? Я. Давай, давай, лошара. Да как? Нет! Я прошел. Твою мать! Давай, давай, прыжок, прыжок. Фу, что творишь? Я лунку спасла, понимаешь, это дырки вот эти вот, я так и липну. Да тут! А у меня пока... Так, ты выиграешь. Что это за фигня, Игорь? Так, хорошо. У тебя сколько? Только не говори, что у тебя... Нет, не два. На, лох! Да почему?! Блин! Ты так же с трех! У тебя 20, у меня 19. Я не знаю, мы сейчас на 7 уровне, тут 18. В смысле ты выигрываешь? Ты не выигрываешь, Игорь? Я выигрываю, у меня 19, у меня 20. Наоборот. Что значит наоборот? У меня... А, у тебя 19! Ах ты жопошник! Игорь, сам жопошник. У меня тут проблем небольшой. Какой?
я очень сильно тебе сейчас начну проигрывать. А, ты там не можешь вылезти, да? Да. Все, вылез. Ху! Ну я закончил, что есть. Давай. Ля, что творит? Опа! Ну сейчас ты на два! Ты жопа! Ладно, ничего страшного. Только не гри, что ты с одного. Я все с одного. Я с двух. Черт везучий! Так, подожди, а где флажок? Как это сделал? Опа, та-та-та-та-та-та-та-та. Подожди. Да как? Ну почему? Только не говори, что ты с двух. Ху-ху-ху-ху-ху! А то я уже подумал! Ну смотри, ты... Понимаешь, ты проигрываешь. Да, я проигрываю. У меня еще 8 уровней, чтобы тебя догнать, Игорь, понимаешь? Господи, помилуй. Так, подожди, я не понимаю, куда дальше. Ага. Сволочь, ты что делаешь? Почему ты за мной повторяешь? Я тебе указываю, путь указываю, значит, да? Да, видел? Видел? Да почему? Нет. Жопа уже на 4 очка! Четырехочковый был. Так, Эдисон, смотри, смотришь, готов? Давай. Во! Ты куда улетел, Игорь? Ага. Подожди, я что-то не понял, я на старт вернулся? Да. Давай, еще раз на старт вернулся. Давай, ща я. Пошел в жопу, я все просрал. Ага, хорошо. Я попал с двух или с трех, не помню, с трех. Да блин! Вот! Так выиграть, чтоб так проиграть. Тут со всей силы нужно, Игорь. Да я знаю твои все силы, да, конечно. Восьмой ударчик! А я с трех. А Игорь с 10, минимум. Может еще не с 10, подожди. Вот. Нет, все нормально. Всего лишь на 3! Ну ладно. Ну сократил. Так, господи, это что такое? Так. Куда дальше? Что я поймаю? Лево, право. В смысле? Не понимаю. Только не гори. Не гори, что ты с одного удара. Давай, со всей силы. Со всей силы, давай, Игорь, давай! Жопа! Просто жопа! Ничего страшного, подожди! Сейчас все будет! Так, ой, это что такое? Это шо? Шо такое вообще? В смысле, это как? Телебом-телебом-телебом-телебом-бом-бом-телебом-бом-бом. Все, ты проиграешь. Черт, нет! Почему ты так сказал? Пам! Попал! Давай, Игорь, давай! С одного! Хорошо. Ну сейчас 4, да? Да. Сейчас 4. У тебя еще есть 4 раунда, чтобы меня. Так, подожди, сейчас куда? Я не понимаю. Твою мать! А, да, вот сюда нужно. Так, мне кажется, нифига не сюда. Что-то ты там обманываешь. Ага. Эдисон, обманывать меня пытался, чувак. Привет, Эдисон. НЕЕТ! Твою мать! Только не видишь, что ты попал? Ну, мне один удар остался. Вот, да. Давай, катись отсюда, катись, так, шарик, ладно. Давай колобок. Ладно. Так, уже два! У тебя есть три раунда, чтобы меня... Да, три раунда, чтобы меня догнать. Ну, ничего, Игорь, сейчас я тебя знаю, что я с тобой... Так, где тут флажок? Это что за флажок? Кто попасть? Давай, Игорь, давай, ты справишься. Нет. Да! Хорошечно. Да почему он не катится назад? Чё за фигня? Опа,
Да что за дела, Эдисон? Как ты это делаешь? Пеньки странные. Давай. Странные пеньки. Никогда я всегда слышал, что мне эти пеньки подведут когда-нибудь, понимаешь? Смотри, я попал с трех ударов. Да, Эдисон! Что за дела вообще? Игорь, сокращай! Нужно сокращать отрыв! Да куда? Ну, Игорь, ну куда? Это какой-то пейнтбол, это как это? Да, я не помню. Ну вот сейчас ты попал. Сейчас ты вообще очень даже. Вообще очень даже хорошо! Вот так надо было. Всего лишь 4! Ты там. Ой, ты что такое? Это Эдисон, все тут, прям жопа. Игре пока не. Что происходит? Меня колбасит, Эдисон. Меня так же. Да что за фигня? Эдисон, просто катаюсь по полу. Да ядрить колотиду, посмотри, что этот кукарача делает. Ёханы ты нагадил. Так, ладно. Давай, Эдисон. Твою мать! Давай. Просто прекрасно, Игорь, просто прекрасно. Не попади. Два! Оу, да я всего лишь на два раза больше ударил, чем ты, всего лишь. Ой. Это что такое? Это какой-то последний уровень? Это Игорь, это последний уровень. Меня позвал он. Давай, твоя очередь первым. Нет, давай ты первый. Молодец. А! Жопа. Почему я вылетел? Я тоже. Ты второй раз вылетел? Да. А там пила, кстати, Эдисон тоже может помешать, у меня уже три. У меня уже тоже. Воу, тут бревна дальше падают, Эдисон, будет весело. Весело? Да, куда ты, Игорь? Ёп. У меня сейчас бревно приедет. Ёпперсета. Нет, ну почему? Так не весело. Эдисон, давай, с бревнами теперь борись. Подожди, а что ты делаешь? Борис, давай. Что ты делаешь? Зашибись. Куда ты полетел? Игорь, я просто дурачок у тебя не нужен. Я победил, Эдисон, походу. Да, ты победил. Твою фуражку. Сложная лунка просто, понимаешь, никакой день. Ладно, твоя победа за тобой, Игорь. Хотя нет, у меня 68. У тебя 70! Fuck you, bitch, соси кирпичик! Ну шо? Я не понял, как? Что это такие? Ну вот видишь, у меня 8 ударов, у тебя также 8 ударов. Пошел в жопу. Почему? Потому. Ну что, ребятки, на этом мы будем заканчивать. Я очень сильно надеюсь, то, что вам понравилась вот эта новая игра в гольф. И также то, что мы с Игорем... Точнее, то, что я Игорь в этой серии. Ну вы понимаете, в чем я, да? Как я уже сказал, давайте наберем 25 тысяч лайков. Я обещаю то, что как только мы это сделаем, сразу же выйдет новая серия. Поэтому, пожалуйста, не просри момент, не будь ленивым, потому что именно от твоего лайка зависит, выйдет ли новая серия или нет. Поэтому влепи его, пожалуйста, прямо сейчас. Подписывайся на каналчик, нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои стримы и видосики. Я скажу тебе огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.